Сегодня президент назначил нового губернатора Минской области. Им стал Анатолий Исатченко. Поводом для выбора этой кандидатуры стали опыт и знания, отметил Александр Лукашенко. До назначения председателем Минского облсполкома Анатолий Исатченко работал в должности помощника президента Беларуси, инспектора по Минской области. А потому знает все слабые места в управлении самым крупным регионом страны. Говоря о ротации кадров в целом, президент подчеркнул, ее надо проводить чаще и более интенсивными темпами. Люди на одном месте засиживаться не должны. Вы на одном месте не засиживались нигде. Вы знаете по вертикали всю работу. И я очень хотел бы, чтобы у вас в Минской области получилось. Очень хотел бы. На меня вы можете рассчитывать тогда, когда вам будет необходима помощь. Я не мешаю работать никому. Но если люди просят помочь, я всегда стараюсь в меру своих возможностей оказать поддержку. Разберитесь на месте, посмотрите на ситуацию еще раз, уже с этой высоты. Доложите о своих замыслах нашему совету, Минскому совету депутатов. Расскажите, в каком направлении будем действовать. Анатолий Исатченко родился в Брянской области, окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию и Академию управления при президенте. Сначала работал на различных должностях в сельских хозяйствах Могилевской области, а затем и в местной вертикали был председателем Кировского райисполкома, заместителем Могилевского губернатора, председателем Могилевского областного совета депутатов. Завтра кандидатура Анатолия Исатченко для утверждения будет предложена на сессии Минского областного совета депутатов.